Пляжный сезон в Самаре еще не стартовал, но из-за жаркой погоды жители города открыли его еще 2 недели назад. За это время произошло уже 8 несчастных случаев со смертельным исходом. Один буквально на днях. Трагедия случилась в Кинеле. Мальчик 11 лет находился в водоеме, который не предназначен для купания. В таких местах нет спасателей. Если что-то пойдет не так, рассчитывать на помощь практически бесполезно. Инспекторы ГИМС просят быть осторожным на воде и не плавать в непроверенных местах. Несмотря на то, что воздух прогрет уже более 35 градусов, да, и устоялась постоянная жаркая погода на территории Самарской области, вода не превышает еще даже 14 градусов. Перепады более 20 градусов очень опасны для жизни и здоровья населения, граждан. В связи с этим даже у подготовленных людей, которые при таком перепаде заходят в воду, возможны судороги и даже до остановки сердца. Регулярно инспекторы ГИМС проводят профилактические рейды, в ходе которых проводят разъяснительные беседы и раздают памятки на тему безопасности на воде. Прежде всего, рекомендуется не совмещать отдых у водоемов с принятием алкогольных напитков. Нетрезвое состояние, переоценка своих сил и возможностей может привести к трагическим последствиям. Также особое внимание уделяется вопросам безопасного отдыха детей. Я смотрю, он маленький-маленький, он заскакивает вот так в воду и ничего, они смотрят спокойно на них. Ну, нормально считают. Кто так считает, кто наоборот старается не допускать. У меня, допустим, вот дочь, она мою внучку, ей уж 12-й год, она бы никогда в такую воду не пустила бы, она боится, вот, трясется, как бы чего. А эти вот такие вот, сейчас молодежь, она раскованная. Конечно, нужно всегда смотреть, видеть своих детей, вот, и смотреть, видеть, чем они занимаются, вот, потому что помимо того, что они могут в воду убежать, они могут еще малышей особенно что-то в рот схватить, вот, то есть это тоже важно для безопасности. Открыть пляжи официально планируют в середине июня. К этому времени водолазы уже исследуют дно. Будет проведена санитарная проверка воды, на берега завезут новый песок и выставят спасательные посты. Мария Ильчан, Григорий Плешаков, «События».